Говорит Москва. Рушится общий замысел Запада. С одной стороны, прилежная и глупенькая антироссия в кружевных трусиках с приемлемой для европейских масштабов численностью населения. Что-то вроде Чехословакии, которую всем миром периодически то делят, то сшивают, а она на все заранее согласна и благодарит. С другой стороны, ей противостоит Евразийская ресурсная империя с синтетической постсоветской культурой, тюбетейками, трещотками и матрешками, вроде Северной Индонезии. Такой Atomic Heart, только без роботов. В результате, вуаля, никакой России больше нет. А она есть. Теперь проделайте водную процедуру, а затем разотрите тело сухим полотенцем.